Всем привет! Сегодня я буду готовить очень вкусное пирожное под названием «Лето». Оно очень простое в приготовлении и удивит всех ваших родных. Поехали! Слоеное бездрожжевое тесто, размороженное, но холодное из холодильника. Раскатаю в форме квадрата, толщиной примерно 4-5 мм. Раскатала тесто. Теперь тесто делю на 9 квадратов. Использую при этом линейку. Квадраты теста я перенесла на лист духовки, выложенный пергаментом. Ножом провожу по поверхности квадратов, отступая на 1 сантиметр от краев. Края пирожных обмазываю желтком. Посыпаю обмазанные края пирожных сахаром и отправляю выпекаться на 15 минут при температуре 200 градусов. Тем временем приготовлю крем. Жирные сливки, у меня сливки 35%, взбиваю до плотности. Сливки в мисочке я заранее охладила в холодильнике. Начинаю взбивать на малых оборотах миксера, постепенно увеличивая их. Взбила сливки до мягких пиков. Теперь добавлю к ним сахарную пудру и ванилин. Еще маленько взобью. Добавляю творожный сыр и хорошенько перемешаю лопаточкой до однородной консистенции. Пирожные готовы. Вырезаю ножом середину пирожных, не доходя до дна. С помощью кулинарного мешка наполняю пирожные кремом. И украшаю ягодами клубники. Освежаю листиками мяты. Вот и все готово. Друзья, вот и готовы мои пирожные. Посмотрите, какая красота у меня получилась. Надеюсь, что хрустящее слоеное тесто в сочетании с кислинкой клубники и освежающей мяты в сочетании со сливочным кремом подойдет по душе каждому. Это по-настоящему летнее, очень легкое пирожное. Вкусно и просто. Приятного аппетита. До следующих видео.